Заур Абдурагимов, который работает с нашими бесланскими заложниками аж с 2004 года после страшных событий. Мы знаем, что они занимаются с молодыми ребятами, которые готовят к службе спецподразделения молодых защитников нашего Отечества. Прошел турнир по боевому самбо в памяти погибших заложниках и бойцах Центра специального назначения ФСБ России «Альфа» и «Вымпел». Председатель организации Сусана Дудиева отметила, что такие мероприятия еще раз напоминают о подвиге тех, кто отдал жизни, спасая людей. Сегодня спустились бойцы отряда К-9, причем в буквальном смысле. Кремлевские ястребы завершили очередной этап масштабных учений. За действиями бойцов пристально наблюдал президент Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 Заур Абдурагимов. Главный организатор турнира в Беслане – Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур России К-9. На соревнования специально приехал президент этой организации, представитель губернатора Севастополя по молодежной политике Заур Абдурагимов. Российские силовики заявили о готовности объединить усилия спецслужб и общественности в борьбе с экстремизмом. Об этом на антитеррористическом форуме рассказал президент Всероссийской Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 Заур Абдурагимов. Офицеры, в свою очередь, рассказали о накопленном опыте. Ветераны спецподразделений России, стран ОДКБ и БРИКС собрались в Москве на экстренной конференции. Силовики считают, что только их совместные усилия с гражданским населением способны остановить возрастающую угрозу терроризма. Наши корреспонденты побывали на закрытом совещании.
Силовики сняли черные маски, чтобы открыто призывать к борьбе с угрозой Даиш. На этих уникальных кадрах закрыты учения российского спецназа. Бойцы спецподразделений готовились к контрольной тренировке по новейшим методикам. Задача нынешней встречи в Москве та же, что и на учениях, синтезировать международный опыт в борьбе с террором.